Что, завтракаем? Огурчиком и кашкой. Позавтракали, а тут такая туча идет. Сейчас глянули, наверное, уже будем собираться. Ого, тут такое все черное. А Гриша где? Григория, что вы там делаете, Гриша? Строишь? Гриша, давайте заходить, уже это, прохладненько. Ну так я же говорю, давайте заходите. Мамочка! Да, Фонечка, будем заходить. Тут и дождик, и правда, начинается. Афоня, палочки убери, пожалуйста. Ты вот сколько красивых тюльпанов. Я не знаю, красивые такие желтые. Я не знаю даже, как они. Но они многолетние, да? Посадила тот год, ничего не было. Только и в зиму. А потом и травы, и там листья остались. Весной выгребаю листья. Ты тут у нас спит. Ты вот тут спит. Греешься, когда пачка. Ты греешься. Ты греешься, да? Кнопка. У детей обед по расписанию галушки, башка Галина варила. Договорились. Афоня, а ты что делаешь? Все, мы собираемся. Сейчас уже, наверное, пол первого. Я тебе хочу сказать, надо уже новые удочки вот эти поплотковые. Я их уже собираю, собираю. Старенькие. Да, они уже трещат, уже бычка даже ловить, она уже... Нет. Так, отправлю скоро. Все, собираемся? Сейчас, а башка Галя где? Ты ж пойди, скажи башке. А что же наш выйдет? А деду барабан, где? Давай, зайчик, давай. На тебе и тоже давай. Пригодятся. Ну что, мы поехали домой. Сейчас ровно час. Мы выехали дома от бабушки. Куда? Во сколько вам? Вот так, там хорошая дорога. Да, ты ездил? Час. Ну, я вчера же ехал. Так что едем. Пока мышеватки. Да, сегодня еще гусят Дешка привез, да? Буду тоже. Так что, господи, у меня тут на голове что-то такое, сейчас ветер дует. Мы с Григорием уже с карате. Купили журнал. Журнал, вот такой ОС он называется, за 300 рублей. Григорий теперь будет его читать. Называется ОС. Да, ОСУ по карате. Что здесь написано вообще? Российский журнал о карате Киокушинкай. Вот сейчас едем за фруктами, купим немного фруктов, потому что ждем мой подарок, блендер от родни. Будем пробовать делать сегодня коктейли. Ура! Поехали, Гриш. Ничего себе. Афонь, что ты хотел маме сказать? С днем рождения хотел сказать. День рождения еще никак не закончится. Да, да. Но не закончилось, поздно. Так вот, для коктейльчика, чтобы нам коктейль сделали. Да? С вас коктейль? Для смузи. Так, смузи, да. Ну, поехали. Возьмем мороженое. Вот это! Афоня, заноси. Еще раз, Афоня, громко. Так что, мы будем смотреть? Я тут помидоры купила, огурцы, как раз для смузи родился. Да? Ага. А что ты не снимаешь, что я тебе прислал? Я вас сейчас... Да, это тайна.
Так что, будем пробовать? Ну, стеклянный. Пробовать, а потом читать инструкцию, да? Ну, конечно. Если что тогда не получится, тогда будем уже читать инструкцию. Да. Так, мы все начинаем. Зай, ну прикрути. Я только слышу от тебя. Да, сейчас мы сделали, первый раз мы делали мороженое, молоко и сок. А сейчас еще добавили сюда киви, получилось прям еще вкуснее. Ну, по цвету пока еще, потому что одно киви на весь этот. Но по вкусу прям заметно, да, вкуснее. А где Степа зайдет? Где-то там. В общем, здорово. Будем теперь делать коктейль. У нас груша осталась еще, да? Еще груша и яблоко у нас есть. Ну что, на сегодня все? Все, вот так вот прошел наш день. Попробовали мы три вида. Три раза делали, в общем, коктейль. В общем, попробовали мы три вида смузи. Коктейля, скорее всего, это молочного. Первый мы делали просто сок, мороженое и молоко. Было тоже здорово, вкусно. Потом мы туда в такой же состав добавили киви. В киви тоже было здорово вообще. Прям прикольно. Только вот эти вот зернышки, конечно, ну, на любителей. Некоторым не очень понравилось. Ну, Сереге малому не очень понравилось. Вот. А третий мы делали мороженое, молоко, овсяные хлопья и чернослив. Вот мне безумно понравилось. Ничего противного. Единственное, от хлопьев такой немножечко мучной вкус. Вот, ну здорово тоже было. Да, чернослив. Так что, в общем, что теперь будем экспериментировать с разными смузями и коктейлями. В общем, если вы делаете что-нибудь подобное, напишите ваш любимый рецепт. В общем, бананов почему-то я не купила, не помню. Может быть, их не было сегодня в магазине. Вот, хотели еще клубнику, но она сейчас у нас по 330 рублей за килограмм, и как-то не стала ее переводить. А как только начнется сезон клубники, будем с мороженым ее делать в блендере. Мне кажется, будет очень вкусный клубничный коктейль. В общем, на сегодня все. Всем до завтра и пока-пока. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well I ain't.